В каждом из нас спит гений, но у бойцов иногда просыпается идиот, который совершает поступки, на которые стыдно смотреть. Но, к сожалению, современные единоборства без этого уже не могут. Привет, санцеликие хризантемы! С вами Федорович, а в этой подборке мы посмотрим на бойцов, которые забывали, что они бойцы, и совершали действия, за которые было бы стыдно даже навозному жуку. Каждый безработный алкаш становится идеальным человеком, когда проходит собеседование на ликероводочный завод. А в последнее время каждый боец хочет показать, какой он крутой именно на взвешивании и пресс-конференции, а не в самом поединке, где зачастую такие павлины превращаются в битых собак. Я сын. 85 points. 2. Yes, okay. After a bad night's rest, Marino is not amused. Don't touch, stay up. Hey! And the fight breaks out. Hey. Los, Marino. Let los. Hey. Laat dat niet aankomen. Okay. Кто знает, не говорит, а делает. Это точно можно сказать про толковых бойцов. Но когда человек не может контролировать эмоции, он превращается в беспринципного зверя, который готов на все ради победы. Поединок между Энди Ван Стином и Ноу Чабоном из бойцовского шоу превратился в настоящий уличный замес, в котором пацаны забыли про правила и бойцовскую честь, а перешли на личности и грязные удары. Но боец не прекрасная вишня, которая отцветает за 3 дня. Он всегда должен оставаться бойцом, в любой ситуации, следуя пути воина. Шоу Infusion, прямая трансляция. Один участник решил объяснить второму, что он не прав. Но беда в том, что это не школа, и здесь нету ботаников, а каждый пацан толковый боец. Поэтому любое выяснение отношений сразу перерастает в драку. Let's go.
Жизнь бывает грустной, но зато зарплата всегда смешная. Так и у бойцов. Начало может быть дерзким, а конец боя очень грустным. Особенно, когда один из них так жаждет победы, что готов пойти на все ради нее. Как Андре в поединке против Атмуи. Отличная комбинация чернокожего бойца заставила противника улететь в канаты. Но это не остановило африканского охотника за головами. И он нанес сокер-кик прямо в открытую голову оппонента, прекрасно понимая, что делает. Тигр должен беречь свою шкуру, а человек – имя. Но в современном мире боевых искусств бойцы об этом часто забывают, опускаясь до грязного трэш-тока. Но самые дерзколицые идут дальше и переходят в рукопашку еще до боя, как эти два красавца на турнире Enfusion. Обычное взвешивание и битва взглядов превратились в массовую заварушку и выяснением отношений до боя. Кстати, это неплохой вариант, когда знаешь, что проиграешь. На взвешивании бьешь противника заточкой в бок, а потом всем рассказываешь, что он зассал. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. Пускай соблюдают бойцовскую честь и ни в коем случае не применяют грязные удары против своих заклятых врагов. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Все, успокойся, успокойся. Защита! Нога где-то, просто переваривайся. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять вот так вот и ребро вот достать у человека. И этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи.